Что, Мася? Нет, бабушка не пришла. Бабушка тебе подарки прислала. Самокатик, видишь, под бабы? Самокатик, на котором можно сидеть. Пойдем открывать. Вот это еще, смотри. Идем открывать. Поехали. Поехали открывать подарок. Смотри, какая большая сумка. Вон большая сумка. Вот, молодец. Вот так отталкивайся и поехали. Вот, видишь? Даже ручка высокая тебе, да? Можно было пониже сделать. Задавишь меня, Масяня. Ну-ка, как колесики у тебя светятся? Как колесики светятся? Конечно, маму чуть не задавил. Ну, покатаешься пока? Ну ладно, давай сейчас покатаешься. Будем открывать другие подарки от бабы. Папа, самокатик. Ба, папа тебе собирал самокатик. Да, молодец. Поехали. Да, не впишись в этот остров. Да, смотри, это можно вот так делать, смотри. Смотри, сейчас, отойди. Видишь, она вот так делается. Собирается и обычный самокатик. Так будешь? Сюда можно положить что-нибудь, смотри. Корзиночку. Тяжелый, металлический, да? Разгонись, чтобы видно было, как колесики светятся. Колесики светятся, да, у него. Классно. Что надо бабе сказать за самокатик? Спасибо. Понравился, да? Сегодня погода хорошая, смотри. Солнце там, да? Поедем кататься на самокатике. Пойдем другие подарки открывать от бабы? Бабу. Пойдем, смотри, какой большой пакет. Смотри, какой большой пакет от бабы. Ну-ка, ну-ка, доставай. Или что, кататься будешь, Масянь? Ой, как классно, смотри. Оттолкнулся и едешь, да? О, на колесики светятся, да? Вот сегодня бабушка. Да, с днем рождения Майкла поздравила бабушка. Ой, какой класс. Да, покажи бабе поезд, который тебе папа подарил, да? Ты с ним уже час играл. С таким поездом хорошим, да? Сейчас с самокатиком будешь час играть. Нам нужно пару дней, да, чтобы все подарки распаковать, Масянь. Пока не наиграешься, не хочешь больше распаковывать. Ну, собаки. Давай. Вот, смотри, сейчас.